Всем большой привет! Сегодня будем готовить интересную закуску на новогодний стол. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Для выпечки трубочек нам понадобятся конусы. Как их сделать своими руками, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Когда формочки будут готовы, переходим к тесту. пятьсот граммов бездрожжевого слоеного теста раскатываем в пласт толщиной примерно 3 мм. Затем подравниваем края. И нарезаем тесто длинными полосками, шириной примерно 3 сантиметра. Теперь берем конус и наматываем на него полоску теста так, чтобы края ложились внахлёст. Делаем это без какого-либо натяжения. Свободные края теста хорошо обжимаем. Такую процедуру повторяем, пока не закончится все тесто. Из 500 граммов теста получается 12 трубочек. Выкладываем их швом вниз на застеленной бумагой для выпечки противень. Взбиваем один яичный желток. И хорошо смазываем сверху все заготовки. Особенно тщательно промазываем края. Затем отправляем трубочки в нагретую духовку и выпекаем примерно полчаса при температуре 200 градусов. Когда тесто сверху зарумянится, даем трубочкам полностью остыть. В это время готовим начинку. Высыпаем в миску 80 граммов нарезанного мелкими кубиками копченого куриного филе, 100 граммов порезанного такими же кубиками свежего огурца, 2 натертых на мелкой терке яйца, 70 граммов также потертого сыра, добавляем 2 столовых ложки майонеза, перчим и солим по вкусу, а затем все хорошо перемешиваем. И перекладываем в кондитерский мешок. Дальше снимаем остывшие трубочки с конусов. Наполняем их приготовленной начинкой. Подравниваем и вставляем несколько небольших веточек петрушки. Получается очень симпатичная морковка. Учитывая, что наступающий Новый год пройдет под знаком кролика, такая тематическая закуска будет гармонично смотреться на вашем новогоднем столе. Всех с наступающим праздником! Мира и добра! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.